Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с обзором книг современной детской писательницы и художницы Анны Доброчасовой. В семье Анны все хорошо рисовали. Это повлияло на выбор будущей профессии. С самого детства, рассматривая рисунки мамы и бабушки, девочка тянулась к краскам и пробовала срисовывать. В 1995 году она поступила в Оренбургское художественное училище, которое закончила в 2002 году. В 2015 году издатель Вадим Мещеряков увидел работы Анны на сайте иллюстраторов и предложил сотрудничество. В ходе обсуждения появилась идея создания целой истории с авторскими иллюстрациями. Известный издатель разглядел Доброчасовой не только художника, но и писателя. Так, в 2016 году появилась первая книга Ани Доброчасовой «Апельсин», которая сразу же завоевала сердца читателей. Многие истории, с которыми можно встретиться в рассказах автора, взяты из воспоминаний детства. Вместе с братом Аня постоянно попадала в различные забавные истории, которые легли в основу сюжетов ее книжной серии. Первая книга «Апельсин» положила начало целой череде произведений о семье Грушиных. Главные герои – 7-летний Вовка и его 3-летняя сестра Соня. Мы знакомимся с ребятами в предновогодние дни. Мальчику вовсе не нравится быть старшим братом, ведь еще совсем недавно он был в семье единственным ребенком. Привязчивая и надоедливая сестренка сделалась для Вовки самым настоящим хвостиком. Она повсюду следует за ним, вредничает и постоянно требует внимания. Да еще и родители уехали в командировку, поэтому даже елки в доме не будет. Вовка решает попросить Деда Мороза обменять Соню на брата или хотя бы на собаку Таксу. Старый фарфоровый конь, рассказ дедушки о трогательном подарке, который он получил в голодное послевоенное время, и Новый год в избушке посреди леса меняют настроение мальчика и возвращают празднику уют и тепло. Одно из главных достоинств этой серии – атмосфера, царящая в дружной и любящей семье. Причем не последнюю роль ее создания играет добрый, немного упрямый, но мудрый и понимающий дедушка. «Пуговка» – своего рода книга-шкатулка. Внутри сюжета о забавных приключениях брата и сестры живут рассказы дедушки о событиях времен его детства. В этой книге рассказывается о двух почти волшебных предметах, доставшихся брату и сестре по наследству. Когда-то в чудесные свойства перышка и пуговки верила маленькая Валя, их двоюродная бабушка. Подрастают герои, а вместе с ними усложняется структура книги. Сюжет подарка снова связан с праздником. На этот раз Вовка переживает из-за Международного женского дня. Он поссорился с друзьями, сомневается, что его подарок понравится домашним. И не уверен, хорошо ли пройдет его собственный день рождения. Забавные коллизии, проделки Сони, трогательные старания порадовать близких – все эти мотивы сюжета вплетаются в общую ткань повествования. Вовка приближается к подростковому возрасту, и фокус авторского внимания постепенно смещается в сторону любознательной и предприимчивой Сони. Этот переход заметен уже в книге «Большие и маленькие приключения с хвостиком». От рассказа к рассказу девочка все больше начинает интересовать автора. События из жизни ребенка, открывающего для себя огромный мир, захватывают читателей. Размышления и проказы, новые знакомства и путешествия, первые маленькие победы. Вместе с Соней мы снова погружаемся в светлый мир детства, охраняемый заботливыми взрослыми. Автор не раз отмечала, что в основе характеров и приключений Вовки и Сони лежат ее собственные детские впечатления, воспоминания и фантазии.
Возможно, именно поэтому юные читатели с таким восторгом узнают в героях самих себя. Кто из нас не мечтал о верном друге, не обижался на родных, не планировал большое путешествие и не размышлял о том, как сложится школьная жизнь? «Хвостик в школе» или первоклассные истории Сони Грушиной расскажет о насыщенных буднях маленькой героини, которая сумеет справиться с трудностями, завоюет авторитет, поучаствует во всех возможных конкурсах и даже помирится с обидчиком. Но все это, конечно, при поддержке брата, друзей и родных, которые всегда готовы прийти ей на помощь и поддержать в сложных ситуациях. А потом Вовка влюбится в одноклассницу, Соня захочет сделать подарок Деду Морозу и, конечно, вручить его лично, и компания предприимчивых младшеклассников затеет операцию, призванную помочь герою произвести впечатление на предмет его мечтаний. Веселые, поучительные и очень теплые истории показывают путь мирного разрешения конфликтов. Ненавязчиво помогают детям поверить в себя и сориентироваться в разных обстоятельствах. Издания также дополнены забавными играми-бродилками. Но и это еще не все. В книгах «Переполох в семье Грушиных» или «Как появился малек» и «Кастрюля для воспитания» семью ждет пополнение. У Сони и Вовки появится еще один братик. Ребята всерьез задаются вопросами семейного сходства, обдумывают подарки и, главное, ставят перед собой задачу правильного воспитания малыша. Теперь и Соне предстоит освоить новую роль старшей сестры. Неугомонных ребят ждут новые приключения и открытия. В серию входят еще несколько отдельных книг. Это «Лешкины карандаши», детские детективные истории «Похитители котов» и «Игра Мориарти», где Вовка и Соня участвуют в событиях как второстепенные герои. Познавательная книжка-экскурсия «Вовка с хвостиком в пекарне» и раскраска «Отдыхайка с хвостиком». Эти издания дополняют уютный мир Ани Доброчасовой, позволяя читателям расти и умнеть вместе с полюбившимися героями. Каждый заядлый читатель, наверное, помнит, как тяжело в детстве было расставаться с миром понравившейся книги и как хотелось, чтобы любимые герои никуда не исчезали после того, как будет перевернута последняя страница. А книги Анны Доброчасовой создают иллюзию совместного путешествия и позволяют следить за судьбой героев.